времени, правил, начал и границ, перевернутых кем-то страниц верениц. Переходное, злое, лихое твое расклюет по крупицам его воронье. Я стал пугалом, чтобы ворон распугать, чтоб со временем в игры его не играть, по крупицам собрать и убрать с глаз долой, или хлам не копить, сжечь, развеять золой. Для чего расплодились теперь времена? Чтоб невежество зла сеять в нас семена, чтобы кукол движения на ниточках лет оставляли в истории невидимый след. Эту видимость после в деталях хранить, да такую историю лучше забыть, спекулянтам оставить, довольным собой. Нет истории, есть только Бог и любовь.